Один там, что ли? Да. Здравствуйте. Что это такое? Убери, пожалуйста. Нет, я камеру никуда не беру. Уберите, пожалуйста, молодой человек. Что убрать? Уберите свой фотоаппарат. Вы предъявите служебное удостоверение. Я вам предъявлю. Вы приезжаете, скажите, уберите, пожалуйста, служебный... фотоаппарат. Я в своей машине делаю то, что хочу. Уберите, пожалуйста. Подавайте на меня в суд. Уберите, пожалуйста. Я обязан соблюдать только законные требования сотрудника милиции. А данное требование незаконно. Я имею право в своей машине. Вы даже мою личность, просто-напросто права человека. Вы не личность, вы лицо находящееся при исполнении. Подавайте уберите, на меня в суд. Пожалуйста. Подавайте на меня в суд. Я не уберу. Почему? Потому что не хочу. Привет, мне передать кому? Ну, кому хотите. Прокуратуре. Маме, прокуратуре генеральной. Прокуратуре? Да. Не вопрос, прокуратуре. Привет, прокуратуре. Пожалуйста. Я просто... Не нарушайте. 94 вы едете на населенном пункте. Не носитесь. Здесь вам, ведь я не знаю, вам что не спится? 8.25. Что? Что вам не спится 8.25? Кому тут мешают все эти машины? Они сейчас все 60 едут? Это 7.25. Они едут в правом дорожном движении. 7.25, кстати, спасибо, напомнили время перевести. Внимательно будьте, берите, осторожно. Хорошо. И фотоаппарат уберите. Уберите. Я не уберу. Я знаю закон, не знаю что. Не надо меня снимать. Я не такой фотогеничный, чтобы меня снимать. Ну что ж, поделать. Вы не останавливаете. Счастливо. Так вы не нарушайте. Никто не...